Современное самбо – это бесконечное множество приемов. Выполняют их столь стремительно, что в учебных целях мы будем использовать только замедленный показ. Руки – основное связующее звено между борцами. Они должны быть такими же чуткими, как руки музыканта. Ощущать малейшие усилия, тягу или давление противника и мгновенно реагировать. Выведение из равновесия рывком – приемы темповые. Для их проведения используют неустойчивое положение противника или искусственно создают таковое. Противник теряет равновесие. Центр масс сместился за площадь опоры. Вызван на неправильное перемещение ног. Сократилась площадь опоры. Переносит вес тела на одну ногу. Атакующий, отшагивая назад, заставляет противника широко расставить ноги. Использует сопротивление противника и перенос его веса тела в направлении броска. Варианты проведения приема. Захватом двух рук, скрещивая руки, захватом за рукав и пройму. Атакующий выполняет рывок вниз, одновременно вращая противника вокруг продольной оси тела. Такое вращение – непременное условие приемов. Бросок может быть выполнен захватом за пройму и отворот. За рукав и ворот. Может выполняться с вращением теперь уже атакующего вокруг продольной оси тела, так называемой вертушкой. Захватом одной руки. Руки и отворота. Отворотов из-под руки и пояса. Отворотов и ноги. Захватом одноименной руки и туловища сзади, переводом. Секрет этого приема в отставлении ног прыжком и падении на грудь. Выведение из равновесия захватом руки и шеи. А вот захват руки и шеи сверху. Тактической подготовкой служит сгибание и толчок противника.
атакующий проводит захват, прыжком ставит ноги между ногами противника и, падая на спину, перебрасывает его через себя. Из равновесия можно вывести не только рывком, но и толчком. Атакующий, применяя рывок, вызывает сопротивление противника. Создает неустойчивое положение в направлении назад, а затем, шагнув вперед, одновременно резким толчком от себя опрокидывает противника. Толчок проводится без скручивания соперника вокруг продольной оси тела. Разновидности приема. Захватом рук. Руки и туловище, так называемая посадка. Обхватом туловища. Броски захватом ног. Атакующий захватывает руки, выполняя нырок с одновременным подшагиванием. Захватывает ноги противника, поднимает его, а затем, наклоняясь, разводит ноги противника и бросает его спиной на ковер. При этом таз противника должен располагаться между ногами атакующего. Разновидности приема. Вынося ноги в сторону. Раздельным захватом ног, не поднимая соперника. Обратным захватом ног. Благоприятная ситуация для этого варианта, когда соперник выполняет захват одноименной руки и туловища сзади, тогда атакующий, зашагивая, захватывает бедра противника, поднимает его вверх и проводит бросок. Броски захватом одной ноги, захватом голени. Атакующий захватывает одноименную ногу соперника изнутри, тянет ее вверх вдоль ковра, а затем толчком правой руки завершает бросок. Для выполнения приема можно применить захват пояса через одноименное плечо. Голени снаружи в комбинации с захватом голени изнутри. Ноги двумя руками. Обратным захватом разноименной голени изнутри. Захватом руки и одноименной голени изнутри.
захватом руки и упором в одноименное бедро снаружи. Проймы и одноименной ноги изнутри. Броски захватом пятки. Захват одноименной пятки изнутри. Подшагивая, атакующий захватывает ногу. Затем проводит рывок ноги к себе и вдоль ковра с одновременным толчком, который опрокидывает соперника на спину. Бросок обратным захватом пятки изнутри. Благоприятная ситуация, когда бросок выполняется в комбинации с предыдущим вариантом. Защищаясь, соперник отставляет левую ногу. Тогда атакующий подбивает сзади правую. Протягивает ее вдоль ковра вверх на себя и завершает бросок. Боковой переворот. Атакующий выполняет нырок с одновременным подшагиванием. Захватывает бедро противника снаружи как можно выше. Выпрямляет ноги и, прогибаясь, отрывает противника от ковра. Опуская плечи соперника вниз, а ноги поднимая как можно выше, переворачивает его вниз головой, а затем, отбрасывая рукой ноги противника, завершает бросок. Передний переворот. Подшагивание и нырок выполняются как в предыдущем варианте, а захват другой, спереди между ногами. Последующие фазы броска – отрыв, переворот, отбрасывание ног – аналогичны боковому перевороту. Броски через плечи. Мельница. Захват от ворота. Нырок с подшагиванием. Захват одноименной ноги изнутри. Отрыв. Переворот. И сбрасывание ног вперед от себя. Для успешного проведения приема нужно плотно подвести плечо к бедру захватываемой ноги. Варианты тактической подготовки. Толчок в плечо. Отжимая руку. Рывком за шею.
Разновидности приема. Захватом ноги снаружи. Обратным захватом руки под плечо. Захватом руки и поясу. Этот же вариант можно выполнить обратным сбросом, выводя ноги в сторону. Мельница с захватом отворота. Обратным захватом шеи. Обеих рук. Обратным захватом голени изнутри. Одноименной руки сбоку. Бросок через спину. Атакующий тянет противника на себя, поворачивается к нему спиной, подбивает тазом его дальнюю ногу, верхнюю часть бедра, и, наклонившись вперед в сторону, выполняет бросок. Движение ног при повороте. Подбив, выполняется назад вверх. При подбиве атакующий одновременно выпрямляет ноги и наклоняется. Разновидности приема. Захватом руки под плечо. Обратным захватом руки под плечо. Этот же бросок без падения. Атакующий захватывает одноименную руку противника, делает полный поворот, наклоняется и завершает бросок. Бросок можно выполнить, скрещивая захваченные руки. Или с крестным захватом отворота. Броски через бедро. Захватом пояса. Захватом пояса через одноименное плечо. Бросок боковое бедро. Прием выполняется после нырка. Обратное бедро. Броски прогибом.
Атакующий захватывает пояс через руку соперника. Сближается вплотную подшагиванием или прыжком. Сгибает ноги. А затем, выпрямляя их в падении назад, прогибаясь, отрывает противника от ковра. Разворачивается грудью и завершает бросок. Разновидности приема. Обхватом туловища с рукой. Для успешного проведения броска нужно плотно прижимать соперника руками. Сгибание ног обеспечивает эффективный подбив. Этот же бросок можно провести с зашагиванием. Бросок с захватом шеи. Сбоку. Захватом туловища сзади. Обратным захватом туловища сверху. Бросок удобно выполнять, когда соперник в партере. Съемочная группа благодарит спортсменов и тренеров сборной команды Советского Союза за участие в создании фильма.